Участие в состязаниях будут принимать 4 команды. 3 представят свои города – Читу, Ангарск и Усолье-Сибирское. Фаворит соревнований – 4-я команда. Сборная из сильнейших игроков Ангарска и Усолья-Сибирского. Создана команда Иркутской области на базе 2 городов – Ангарска и Усолья-Сибирского. В команду вошли девочки с Ангарска – 5 человек, и с Усолья – 5 человек. Команда, я думаю, наша должна достойно себя показать на данных соревнованиях и в дальнейшем выступить достойно на финальных соревнованиях. По словам тренера, участницы сборной команды – опытные игроки. Девчонки уверенно владеют техникой игры и умеют быстро концентрироваться. Волейболом занимаюсь уже 6-й год. Я взяла во втором классе, начала заниматься. В этих соревнованиях мы настроены только на победу. Я думаю, мы выиграем. Главное, считают спортсменки, умение играть в команде. Личные амбиции в такой игре, как волейбол, только мешают. Если коллектив не сплоченный, игра будет не идти не как нужно, и будем проигрывать. Главное, не сдаваться, конечно, играть, как мы умеем, свою игру показать. Соревнования продлятся несколько дней. 2 команды, вышедшие в финал, примут участие в зимних региональных играх. По результатам первенства лучшие игроки будут отобраны для участия в соревнованиях разного уровня, уже в составе команды мастеров. Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.